Любите торт Наполеон, но нет желания возиться с коржами? Предлагаю рецепт быстрого и вкусного десерта – Наполеон в банке. Попробуйте, это очень вкусно. Слоеное тесто нужно разморозить, выложить на доску и слегка раскатать скалкой. Проткнуть вилкой в нескольких местах по всей площади. Нарезать тесто небольшими квадратиками. Переложить их на противень, застеленный пергаментной бумагой, и отправить в заранее разогретую до 180 градусов духовку примерно на 10-12 минут. Дать готовым квадратикам остыть. Для приготовления крема поместить в сотейник пшеничную муку, сахар и желтки. Перемешать венчиком до однородного состояния. В несколько этапов влить молоко, каждый раз хорошо перемешивая массу. Поставить сотейник на минимальный огонь и варить, постоянно помешивая до тех пор, пока крем не начнет густеть и булькать. Когда крем загустеет, выключить огонь, добавить сливочное масло и хорошо перемешать. Крем готов. Дать ему остыть. Креманки или декоративные баночки наполнить приблизительно на треть готовыми квадратиками. Покрыть их несколькими ложками крема. Далее снова выложить квадратики и заполнить почти доверху кремом. Сверху посыпать слоеной крошкой. Просто разомните руками несколько испеченных квадратиков и отправить десерт в холодильник пропитаться на полчаса. Получается очень вкусно. Приятного аппетита!